что, ребята, всем здорово, всем привет. Добро на связи. Америка рулит. А вот сегодня по многочисленным просьбам трудящихся, короче, хочу вам показать, сколько стоят дорогие машины, но ретро-машины такие, да, в Америке. Мы сейчас находимся под Лас-Вегасом и, наверное, самое время показать вам тачки, которые здесь продаются, стоимость, так сказать, чтобы вы имели в виду, сколько она стоит. Блин, это вообще пипец, короче, ребята, это мечта. Chevrolet. Не знаю, с какого года там, сами ребята можете написать в комментариях, но это классика, да. Duster. Plymouth. Ребята, машины такие вот, которые из нашего какого-то детства, с кожаным салоном, посмотрите. Да, понятно, потертые жизнью там, понятно, что хром не тот, металл уже, резиночки такие потертые. Но в целом, ребята, эта машина на ходу, да. И, видать, она видала многое, ребята. Вот, посмотрите, Ford. Вот такой. Плимут старый, купе. Да. Такая купешечка тоже. Ребята. Z-ка. Да-да, не удивляйтесь. Z4. М-ка. Да. Бэха. Да. Вот такие тачки тоже здесь есть. Спицы. А, сказка. Классика жанра. Да. Идем дальше, смотрим. Корвет. Ребята, уж не знаю, какого там он года, но по стоимости, вот смотрите. Там потом на паузу поставьте, посмотрите. Я так понимаю, что это 92-й год. Это что у нас? Даже не знаю, что это у нас такое. Что-то как бы стоимость, это я тоже особо не вижу. То есть есть какой-то прайс, но прайса особо нет. То есть я так понимаю, что все нужно спрашивать. Да. Мерседес, ребятки. Да, Мерс. 1994 год. Поставлен на продажу. Это что у нас? Доджик. А вот это что? Это Ford, да? Да. Старинный. Фу-фу-фу-фу. Ну что, берешь? Взял, да? Почем? Смотрите, какой же металл, какой металл. Сказка. Так, тут что, ребята, у нас? Казалось бы, рухли, да? Но на самом деле, ребята, это, конечно, классика. А вообще... американского кинематографа. Да. Обалдеть. Вот. Такая тачка. Это типа нашей победы. Да. Я уж не знаю, сколько она стоит. Наверное, ничего. Да. Chevrolet, пожалуйста. Вот. Мерлин Монро ездил на такой машине. Здорово, здорово. Chevroletик тоже. Тоже Chevrolet. Так, а это что у нас? Это какая-то спортивная, да? Открытая. Даже, да? Ты смотри. То есть можно посмотреть, что внутри находится. Ух ты. К сожалению, открыть до конца не сможем. Но это что-то спортивное, ребят. О. Турбонаддув. Да. Ты какая красотуля. Набьё поехала. Да. Вот так. «Назад в будущее», я думаю, все смотрели фильм. Мне кажется, это именно эта машина. Так, что тут у нас? Ребят, ну круто, круто. Вообще огонь, да? Все продается. Сколько стоимость, я думаю, что надо договариваться уже на месте, смотреть, сколько это будет стоить. Есть такие вот, видите, лимузинчики. Ну,
На любой вкус и цвет товарищей нет, короче. Да. Да, круто, круто. Ладно, ребята. Это S600. Мерс. Вот так. Да, V12. Ладно, продолжение следует, ребятки. Смотрим дальше. Видео из Америки. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репосты. Продолжение следует. И пока в Лас-Вегасе. Чао, пока.